Мурат, мы поздравляем тебя с такой победой, яркой, зрелищной. Спасибо. Ну, расскажи немного, как провел ты бой, как себя чувствуешь? Бой сложился удачно. Я, если честно, настраивался на 8 раундов, но получилось закончить пораньше. Соперник крепкий оказался. Он молодец. Скажи, вот ты настраивался закончить бой на нокаутом досрочно, выцеливал, да, так соперника? Да, конечно. Ну, вся цель, как бы нанести ему увечья, там, рассечение, разбить нос и нокаудировать. То есть ты не любишь играться, уклоняться? Ты... Нет, что, нужно с самого начала брать бой в свои руки и доводить до конца. Вот знаешь, сравнивая твой бой с Пилипенко, да, потом с Кикилидзе, вот видно, что ты очень сильно прибавил физической мощи в силе ударов. Вот за счет, расскажи немножко про это. Ну, до этого боя я находился 21 день в Казахстане. Проводил там специальную подготовку. 21 день был в горах на высоте 1500 метров. После этого я приехал в Ногинск на двухнедельный сбор. И здесь уже спарринговая сессия прошла. И уже подошел к бою. Расскажи, вот на кого ты ориентируешься в своем весе? Кто тебе больше всего нравится? Кто мне нравится? Ну, я из тяжеловесов, если честно, на данный момент никто. Мне нравится молодой мексиканец Сауль Альварес и Мэнни Пакьяо. Вот два боксера из тяжелых. У меня нет пока каких-то. Ну, а вот, допустим, Денис Лебедев. Не хочу его как-то обидеть, но мне не нравится, как он боксирует как-то. Ну, я не люблю такой бокс. Скажи, а вот если ты наберешь сейчас еще побольше опыта, больше боев, готов ли ты с ним сразиться? Конечно, готов. Если менеджеры и промоутеры посчитают нужным, ну, и то, что я готов к бою, то без проблем, пускай договариваются. То есть пусть Денис готовится, да? Конечно. И не только Денис, все остальные. А есть какие-нибудь планы на ближайшие бои, что-нибудь известно? Ну, пока отдых. Я 3 месяца не был дома, я был все это время в Челябинске, сильно готовился к этому бою. Сейчас, я думаю, около недели отдохну, и там уже видно будет. Мне уже сообщат о дальнейших планах. Землякам привет передашь? Всем любителям бокса, кто за меня болел, моим землякам передаю большие приветы. И хочу пожелать удачи в следующем бою Асламбеку Кузаеву. Он будет защищать свои 2 титула с очень серьезным боксером из Пятигорска Давид Аванесян. Всем привет. Кость, ну, с трудовой такой победой тебе. Как сам свой бой оцениваешь? Неплохо. Неплохой бой. На все, что запланировал, как готовился. А готовился я очень серьезно к этому бою. Прошел 3 этапа сборов. Первый этап был в горах в Казахстане на высоте 1500 метров. Вот, прошел общий физический сбор. 3-недельный. Во второй этап сборов был у нас в Златоусте со сборной Челябинской области. Вот, там уже специальную работу делали. Вот, и последние 2 недели тренировались здесь, в Ногинске. Были тяжелые спарринги. Вот, и подошел к бою в очень хорошей форме, я думаю. Вот, и выполнил свою задачу. А ты знал, да, своем противнике? Бои увидел? Да, конечно, смотрел его бои. Видел, что немного ниже ростом, вкладывается в удар, такой жесткий. Вот, ручки держал высоко, так что пару раз и проходил его удар, ну, такой незначительный. Вот, но все равно как-то остерегался, пытался его держать на дистанции. Вот, и смог его измотать, и в 7-м раунде противник просто-напросто обессилил, и я его добил. Скажи, вот ты так интенсивно тренируешься, я знаю, ты еще студент. Да. Тебе не мешает учебе вот такие занятия? Ну, спасибо Уралгувку за то, что идут навстречу, помогают. Вот. Разъезды, конечно же, дома практически не бываю, постоянно где-то на сборах, на соревнованиях. И приезжаю только на сессии в институт. Ну и там я немного дают поблажки. То есть ты там звезда? Ну, не звезда, но уважает, уважает. Хорошо, скажи, ты вот уже, несмотря на такой возраст, очень много боев провел. Чувствуешь, как набираешь силу, мощь? Да, конечно же, с каждым сбором, с каждым боем мы нарабатываем что-то новое и изменяем что-то, что было, какие-то ошибки в прошлом бою. Вот, я думаю, что от боя к бою я становлюсь все лучше и лучше. Как думаешь, готов к полноценному чемпионскому бою?
На 100% сказать не могу, но я думаю, что еще пару-тройку боев-то проведу, может быть, 3-5 боев, и я думаю, что я подойду уже, повзрослею, наберу мышечную массу, потому что у меня как бы такой сейчас, может быть, промежуток, может быть, такой возраст, то, что у меня вроде и в 69 я еще мал и не добрал роста и веса, вот, и в 66 мне уже, ну, так... Тесно, да? Тесно, да, трудновато. Вот я выше своих соперников, но гонять мне немного труднее. Вот, так что я думаю, через годика полтора-два я как раз 69 займу такую плотную позицию и буду боксировать уже в 69. Знаешь, я вот как-то у тебя брал интервью, наверное, год назад здесь, на Ногинске, и ты, честно говоря, говоришь, ну вот, я учусь, карьера боксера. То есть ты решил все-таки остановиться на карьере боксера? Да, конечно. И посвящаю все свое время боксу, тренировкам. Ну и своим друзьям, землякам что-нибудь скажешь? Да, большое спасибо родителям, друзьям, которые меня всегда поддерживают, всегда болеют. Сегодня они у экранов телевизора, но компьютеров смотрят прямую трансляцию, я думаю, сейчас звонят уже, пишут смс. Так что спасибо им огромное. Спасибо тебе за интервью, удачи на ринге. Спасибо. Тяжелый бой был? Да, тяжелый. Неудобный соперник. Первый раз такого боксера я выступаю. Он весит 145. 146. И рост 2,2, по-моему, да? Вообще неудобно. Я после Tough Fight я полтора месяца отдыхал. Вот... Два недели назад я в Нижний Тагил приехал. Было короткое время подготовку. Я думаю, следующий бой будет очень зрелищный, хороший бой будет. Я этот, меня как бы... То есть тебе сам себе не понравился как бой. Нехороший бой мне. Ну ты же вот знал, что у тебя будет такой высокий, огромный противник? Да, меня сказали, ну, понимаешь, подготовка мало была. Поэтому все нормально. А вообще можно к такому противнику подготовиться? Да, конечно. Я немножко устал. Я говорю, что 2 недели я подготовил этот бой. Устал. Надо было клинч заходить, и серию надо было бить. А я только одиночно кидаю, потому что дыхалка не такой. Ну вот в 8-м раунде ты так собрался, и уже казалось, что вот-вот будет нокдаун. Да, последний раунд надо было отработать. Я все отдал, работал. А тренера слышал из угла? Да, слышал. Скажи, вот мне кажется, что это, знаешь, такая репетиция Кличко, нет? Ну да, надо... Еще, я думаю, 2 раза больше надо отработать, если Кличко будет, ну, Кличко вообще быстрый, вообще он в пике, я думаю, 2 раза надо больше тренироваться, готовиться, 20 раз. Даже 20. Ну хорошо, мы тебя все равно поздравляем с такой победой, тяжелой, непростой. Спасибо. На Тафайте увидим тебя? Да, дай Бог увидеть. 25-го буду готовиться. Восстановишься? Да, буду готовиться. Хорошо, спасибо тебе. Спасибо вам тоже. Ну расскажи, как сам бой оцениваешь? Я хочу передать всем привет. Сам бой оцениваю. Чуть-чуть мне не хватило. Последний раунд не вытянул. Физики не хватило, нужно больше заниматься, больше заниматься бегом, выносливостью. Ну, технически это само собой, работа идет, но вот по данному бою мне не хватило раунда. Ну, то есть, если бы был бы получше подготовочка, то он бы завершился в твою пользу бой. Конечно. Но как противник? Сейчас у меня всегда был лишний вес, но сейчас у меня максимально больше лишнего веса. Хотя бы чуть-чуть бы на десяточку бы поменьше, полегче было бы, хуже бы все было бы по-другому. То есть и побыстрее бы и... Конечно.
Ну вот противник как оцениваешь? Он высоко в рейтинге стоит WBC и выступает без поражений. Да, я знал, я настраивался, чтобы выиграть, потому что, отбив такого противника, можно хорошо подняться. Ну, раунда не хватило. Я устал, наверное, в каком-то шестом, наверное, устал, еще он по затылку мне дал. Ну, как бы, и взял последний седьмой раунд я на силе-воле, ну и уже восьмой вот чуть-чуть не хватило. Знаешь, вот он славится как нокаутер. Вот как его силу удара можешь оценить? Ну, у него неплохой удар, но я ожидал, что он мне будет бить боковые, и я готовился к этому. Так серьезно ни разу тебя не зацепил? Ну, вот, что ударил по затылку. Я не думал, что он ударит по затылку. Поэтому, да, сильный удар, точно. У меня как будто зазвенело. Когда он бил мне сюда, я держал руки, я это видел все. Мне вспоминается бой с Кличко с Поляком, с Вахом. Вот он почему не упал? Потому что он видел все удары. Вот он смотрел, он не успевал защититься, уйти, но он видел этот удар, поэтому выстоял. Ну, поэтому вот эти коварные удары по затылку. Я же не вижу, что он мне бьет по затылку. Вот, кстати, про Кличко. А ты не был спарринг-партнером? А, да, конечно, вот перед Вахом. Это ты... Вот сейчас смотри, будет бой Владимира с Пьяной. Я с Пьяной-то боксировал. Да. И, ну, как бы сказать... Причем до болезни это, по-моему, у вас бой был. Да, да, да. Ну, как вот думаешь, насколько Пьянету хватит? А, раньше я рассуждал. Ну, я же со всеми, с Хелениусом спарринговался, и с англичанином... Чесора? Да нет. Хей? Да нет, не Хей. Прайс? А, не Прайс, еще вот... Этот... Фьюри? Тайсон Фьюри, да. С ним спарринговался. Очень такие неплохие. С Кубартом Пульвом я вообще боксировал. И там мне просто дислоцировали удар по затылку. Хотя он мне по затылку набил. Ладно, не в этом дело. Вот я раньше рассуждал, вот кто же из них станет реальным противником против Кличко. Но когда я сейчас поехал и поработал с Кличко сам, никто. То есть шансов нет ни у кого? Сейчас ни у кого. А у нашего Александра Поветкина? Ну, я говорю, ни у кого. Саша я ни спарринга не имел. Возможно, ну как, я так просто анализирую, с кем он дрался, его смотрел бои. Просто мне настолько вот Кличко показался сложным, и как для меня, и для других, что я думаю, что на данный момент Владимир Кличко лучший. А в чем сила? Спасибо, брат. Да. Он такой, каким хочу быть я. Вот в чем сила. Жесткий. Он и жесткий, он и резкий, он и достаточно высокий, может на дистанцию задать. Он чувствует дистанцию. Он работает без ошибок. Вот в чем сила. А тебе удавалось его зацепить на спарринге? Как он держит удар? У меня есть несколько фотографий, которые выводил с интернета. И одна фотография, где я ему бью справа, он уклоняется. Но по бою, я даже не помню. Я помню, вроде я хотел его по животу пробить, но вроде раз получилось. Больше не помню, да? Ну как? Да, он очень-очень... Я столько ударов пропустил с Кличко, что я был... Доволен, что мои спарринги закончились. Я уехал и думал, если еще раз позовут, я подумаю. То есть никаких денег не надо, да? Мне Кличко очень показался сильным. Жень, после так и есть. У тебя профессия такая для боксера вроде бы обычная, в то же время необычная. Ты говорил, что телохранителем работаешь. Да. И сейчас работаешь. Да. Ну как тебе твоя боксерская подготовка помогает? Ну, конечно. Приходилось применять стандартный вопрос. Это я не имею права такие вещи рассказывать. По условиям контракта, да? Ну, наверное, уже люди, глядя на твою комплекцию, уже, наверное, у них желание отпадает, да, всякое? Ну, так, если вот вспоминать, сейчас-то я спокойный и уравновешенный. А
если брать, ну, когда мне там, лет 8-10 назад, ну, я старался избегать таких конфликтов, потому что на улице конфликт это очень, очень вреден. Ну, в рамках правосудия. Жень, ну, наверное, это все уже лишнее вообще. Ну ладно, тогда давай заключительный вопрос. Вот о своей мотивации. Потому что уже, ну, и возраст, наверное, и уже понимание, да, какое-то, что тяжело. Да. Тебя тем более стараются таким вот сильным противником поставить. Вот что тебя мотивирует выйти на ринг и драться до конца? Что я хочу сказать? Вот я так рассуждаю, вот возраст у меня, вот у меня уже сейчас работа есть, я работаю. И каждый раз, когда сейчас какой-то бой, я волнуюсь, а стоит ли дальше заниматься, стоит ли дальше боксировать. И как-то вот это волнуюсь. Но когда я выхожу на ринг, когда начинаю боксировать, и вот даже в данный момент я, ну, совмещаю работу с тренировками. Это тяжело. Ну, я вышел с нормальным боксером, который в первой сотне, который тренируется два раза в день и работает много. И я с ним отработал. Можно сказать, ну, чуть-чуть мне не хватило, чуть-чуть не хватило. В боксе это очень важно, говорить чуть-чуть. Ну, не хватило. И поэтому вот сейчас я отбоксировал. Куда? Какие перчатки на гвоздях? Я еще заниматься и заниматься. Хорошо, мы будем рады тебя снова видеть на ринге. Тем более ты всех восхищаешь. Свои фигуры, комплекции, да, такой гигант. Удачи тебе. Спасибо. Ну все, счастливо. Расскажи, как сам чувствуешь, как провел бой? Что получилось, что нет? Ну, что сказать, с таким соперником, достойный соперник, и он, я, и нельзя сказать, что все должно было получиться, как у меня, так и у него. Мы оба пахали, знали, кто из нас чего стоит, тренировались на пределе. И то, что ничья, я думаю, и он, и я не поспорим с судьями. То есть ты согласен с таким решением? Ну, судьям виднее. Если бы подняли руку мне, я бы не оспаривал. Подняли бы ему, тоже бы не оспаривал. Дали ничья тоже. Судьи для того есть судьи, чтобы они судили бой. Как говорят, судьями не спорят. Вот вы показали очень такой высокий темп, очень работоспособность большую. Расскажи, как подготовка проходила? Ну, просто то, что обидно, я как бы... Ну, я ничего не говорю за соперника, хороший соперник, но он и я думаю, должны... Я не хвастаюсь, но... Такие бои должны проходить, наверное, где-нибудь в Америке, в Лас-Вегасе, где-нибудь еще. Потому что я был на турнире, где боксировал Тарвар. Я видел, какие там бои были. Их буквально в смысле слова обсвистывали соперники. Этот бои транслировали HBO, еще какой-то канал в Америке. И там ничего не было сверхъестественного. Я думаю, мы бы лучше вот с Давидом, лучше бы бой там показали, чем эти местные американцы, мексиканцы. Вот это обидно, то, что там нас не знают. Хотя мы намного лучше, чем многие там боксеры, которые. Да, действительно, бой очень красивый. А можешь сказать, что это самый сложный или самый красивый бой в твоей карьере? Да, самый сложный бой в моей жизни. Да. Много из него вынесешь для себя? Конечно, надо тренироваться, работать больше. А на матч реванш бы согласился? Согласился, но не сейчас. Надо отдохнуть после такого боя. Я думаю, Давид тоже не согласится. После такого напряженного боя, я думаю, где-то полгода надо от таких боев отдохнуть. Надо боксировать, но не такие бои. Ну, такой, ну, разминочного, да, плана, да, больше? Да. Расскажи, вот поначалу казалось, что ты немножко нервничаешь, немного вот поймать свой бокс не можешь. Было такое? Знаете как, я боксировал, может быть, и которые били жестче, но не такие они боксеры были. А Давид... Боксер хороший, дистанцию хорошо чувствовал и был выносливый. Вот в этом было тяжело. Так были, я боксировал и выше намного были, под 1.85 ростом, и сильнее били, но я их легче выигрывал, чем вот с Давидом. С Давидом тяжелее было. У вас несколько таких столкновений головами было? Ну, это бывает, да, это нельзя сказать, то, что я специально был или то, что он был специально. Никто не хочет нанести, как бы. Ты ударишь головой, но, может, и себе хуже сделаешь, как бы, чем ему, так что это нечаянно было. Вот публика прям неистовствовала, кричала, и за тебя болели, за Давида, слышно было ее? Конечно, слышно было, потому что я думал, нормальному зрителю, который разбирается в боксе,
он не будет тупо болеть именно за своего, потому что он только его земляк. А я думаю, что зрители должны болеть за хороший бокс, за зрелищный, за красивый бокс. Ну, наверное, вся Осетия и здесь многие зрители болели за тебя. Что-нибудь им хочешь сказать? Не, мне очень приятно было, конечно, когда я выходил. Почти больше половины зала приветствовали, меня очень было приятно. Ногинск — это мой второй дом. Я как бы сам осетин, это все знают, но я и за Осетию боксирую, и за Ногинск часто боксирую. Потому что очень приятно. Я уже какой год сюда, даже не помню, приезжаю, я себя чувствую как дома. Для меня как бы особо большой разницы нет, что там, что здесь. Ну и какие-то планы на будущее или сейчас только отдых в голове? Пока я вообще ни о чем не думаю. Главное отдохнуть, прийти в себя. Такой бой, как... Я знал, что будет тяжелый бой. Я рассчитывал, я надеялся, то, что как бы особо тяжелых травм просто не будет. Как и у меня, я с Давидом в хороших отношениях. Мы давно друг друга знаем, его тренеры также. И много у нас общих друзей в Пятигорске, я часто там бываю. Но бокс есть бокс, здесь нету друзей, здесь каждый хочет выиграть. А вне ринга мы друзья. Ну, тяжело все-таки настраиваться на друга? Нет, это знаете как, бывают, конечно, боксеры, которые вот угрожают друг друга перед схватками, перед боями. Они просто, может, хотят на понт кого-то взять или испугать, или просто вывести соперника из себя. Но и Давид знал прекрасно, что у него это не получится. Я знал, что то, что у меня его не получится спровоцировать. Он нормальный, адекватный человек, так же, как и я. И вот эти лишние разговоры, лишние понты перед боем, это, я думаю, некрасиво, это того не стоит. Если ты как бы уверен в себе, ты не будешь болтать, а выйдешь и спокойно. Даже если ты проиграешь, то ты должен проиграть достойно, чтобы не говорить, вот да я его там, то я его это, а потом опозориться. Главное не опозориться, и все. Ну и в заключение, какую бы ты себе оценку поставил сегодня? По пятибалльной шкале. Я бы себе и Давиду поставил пятерку. Я не знаю, как в плане техники смотрелся этот бой, но в плане как бы характера и желания выиграть, и он, и я думаю, на пятерку побоксировали. И он не сдавался, я не сдавался. Хорошо, спасибо тебе большое за этот бой. Будем ждать тебя на ринге. Постараюсь. Верить, что следующий бой будет никак не хуже этого. Будем стараться. Спасибо вам большое. Давид, знаешь, вот я с кем не поговорю, все считают, что это бой мирового класса, мирового уровня, который достоин телеканалов, там, HBO, да, или Showtime. Ты как думаешь? Я тоже считаю так, да, хороший бой получился, очень такой. Здоровый. Классный бой, одним словом. Ну, сам немножко расскажи о нем, твои переживания, ощущения. Ну, переживал, чтобы головой не рассек меня, как бы несколько раз попадал, ну, слава богу, не рассек. А так, не знаю особо, как в бою переживал, в бою заходишь, делаешь работу свою, делал свою работу. Ты специально готовился под Асланбек? Смотрел его бои? Да, смотрел, вот последний бой его смотрел, с Узбекистана, по-моему, он дрался, вот здесь тоже он дрался, этот бой. Тоже видел головой, он рассек там парня серьезно, и уже изначально как бы немножко побаивался, чтобы головой не попал, но все равно несколько раз попал, но не рассек. То есть вот эти попадания, это были, вы считаете, да, намеренными? Да, попадание было, ну, я не знаю, намеренно, ближний нет. Бой его не пускать, ближний бой его не пускать. Просто может он идет вот так головой, так. Головой может, не специально, идет, ну, но факт в том, что попадает. И... Он сказал, что не специально. Ну да, я тоже надеюсь, что не специально. А так, что, конечно, бой был класса. Высший бой был прекрасный. Ну, Давид немножко 10-й, 11-й раунд он немножко не доработал. Если бы он так же, как 12-й раунд отработал, там сомнений не было бы. Никого не судил. 11-й раунд хотя бы. Если как 12-й отработал, все было бы прекрасно. Давид, вот да, вы показали такой очень скоростной бокс, темповой, много работы. В чем секрет такой формы хорошей? Ничем, тренировки. Я вообще первый раз боксирую полную дистанцию 12 раундов боя. У меня был бой, но я досрочно заканчивал. Все 12 я не дышал, это первый бой мой 12 раундов. Так, нормально продышался. Думаю, это... А матч-реванш ты готов, если что? Да. Без сомнений, да? Да. Вот только не в только не в Ногинске. Только не в Ногинске, а где? Да, и не в Челябинске. Но на нейтральной территории. То есть вы на нейтральной территории готовы? Да. Вот я видел твой предыдущий бой с Романом Сильвестровым, да? Угу. Заметно, что ты вот вырос и в технике, и вообще как боксер.
Ну, знаете, что я скажу? Роман Сильверс и Асламбек Казаев — два разных боксера. Роман Сильверс очень удобный боксер, и он не давал мне делать свою работу, он подходил и сразу вязал, и поэтому я не мог показать все, на что я способен. И там еще свои моменты перед боем мне сказали, что вот через 40 минут будет перерыв, я вообще не размялся, ничего, так сидел. И мне подбежали, когда уже шестой раунд предыдущего боя закончился, сказали, все, два раунда осталось, я быстро одел, не успел ни одеться, ни размяться, и вот так вышел в ринг. То есть настоящего Давида мы увидели здесь? Потому что, ну, была критика. Настоящего Давида вообще много раз по телевизору не показывали по России 2. И комментаторы как-то холодно меня приветствуют всегда. Не знаю, в чем, какая у них как-то антипатия ко мне, может, я не знаю, чем я им не понравился. А так, по бойцу показывали мой бой, тоже был хороший бой. Джеймса Маянга, кстати, Асламбек Казаев с ним дрался все раунды. И даже вот Денис Шафиков дрался с ним. По России 2 показывали. Комментаторы сказали, что Джеймс Маянга был всего лишь 2 раза в России или 3 раза. И никто его не побежал нокаутом. Но до того, как он вышел Шафиков, он боксировал со мной, я его нокаутировал в третьем раунде. Да, об этом они слова не сказали. Быстро с ним расправился. Как бы вот, да, так вот. А, ну, еще расскажи немножко, какие-то планы на будущее есть? Ну, общались с Кириллом Владимировичем Пчельниковым. Сейчас, да, планы есть, за границу. Сейчас немножко сделаю перерывчик. У меня вот не последний бой был с Романом Сильверсом, последний бой у меня был с Кореневым, с Украины, в Дагестане, в Каспийске. Кстати, он тоже дрался с Асламбеком Казаевым, они все раунды продрались, я его нокаутировал в шестом раунде. И вот после боя, ровно месяц назад, 16 февраля был бой, и я приехал сюда сразу без перерыва, как бы не отдыхал. Сейчас хочу немножко отдохнуть. Ну, может быть, вот этой свежести не хватило? Не, я думаю, нет. Я в целом, я доволен боем, нормально. Здесь другая причина была, просто немножко. Причина Ногинская. Это причина не Ногинская, а причина то, что мы... Все же, с одной стороны, правильно, в Москве готовились немножко, а другое, надо было дома. Функциональности немножко у нас не хватило из-за этого. Функциональности. Была бы функциональность, он был бы свежее. Но... То есть он где-то, да, процентов на 90, где-то 85 отработал еще. Видите, он еще он какой-то. Он восстанавливается, у него здоровье нормально, все это было. Ну... Вот вы говорили Ногинск, да, но публика в Ногинске вас приветствовала очень горячо и болела. Кстати, я хочу сказать, вот мои близкие, вы можете показать, это все мои друзья приехали с Пятигорска, с Армении, с Новосибирска, местные мои друзья с Москвы, с Ногинска, родственники, ну, все как бы собрались, кто меня знает, кому позвонили родственники, все собрались, так бы в Ногинске меня никто не приветствовал бы. Спасибо, кстати, большое спасибо ребятам, да, группа моей поддержки всегда везде со мной. Скажи то, что ноги были... Да, да не надо, да, ну зачем? Для чего? Ну вот ты, да, ну, то есть, ты Сивак, где действительно, ну, раз. Как бы все нормально. Я думаю, что все увидели, что как есть. И мне больше нечего сказать. Хорошо, мы поздравляем тебя. Спасибо. С этим боем. Не знаю, с решением ты согласен, не согласен. Вот, но бой показал красивый. Я думаю, зрители запомнили тебя. Надеюсь, комментаторы тоже тебя полюбят, будут рассказывать о тебе больше и правильно рассказывать. Я ну, надеюсь. Скажи вот своим землякам, друзьям, что ты хотел бы им сказать. Большое спасибо, я всех люблю, вообще молодцы, везде всегда меня поддерживают. Мои близкие тоже, у некоторых не получилось приехать, тоже все переживали, там, я представляю, они телевизоры переворачивали просто, я даже не могу себе это представить, все сейчас ждут меня, наверное. Ну, тоже немножко, наверное, расстроены, но я не надеюсь, что я оправдал их надежды. Хорошо. Ну, желаем успехов в ринге. Спасибо. Я думаю, что... Да, Валя, расскажи, как бой ты оцениваешь? Считаешь ли справедливым вердикт? Конечно. Когда человек бьет ниже пояса. Так... Сергей Мичников, ну, проиграли по всем стадиям, во всех компонентах боя. В техническом, в тактическом, в скорости. Ну, скорость можно было компенсировать, то есть местами Алишер показывал, как надо было боксировать, то есть на ближней дистанции. То есть Шафиков навязал ему абсолютно все, то есть свою дистанцию навязал, заставил его двигаться туда, куда ему это удобно, то есть влево от себя. Ну и все. Алишер инициативу потерял, в общем-то, я не знаю. Ну, что сказать, все, этим все сказано, проиграли. Вот, Валя, до боя ты говорил, что Денис, в общем, немножко, так сказать,
Раздутая звезда, или как там точнее? Нет, я не говорил, что Денис раздутая звезда. Вот, понимаешь, вы журналисты, как вот тот шакал, да, из мультика. Не все журналисты, наверное. Подожди, ты мне дай сказать. Про Маугли, да? А он тебя обозвал земляным червяком там, и прочее, и прочее. Вы прочитаете интервью. Было сказано, как вы готовитесь, как вы оцениваете Шафик. Да. В силу того, что боев его в интернете было немного, видели мы немного, мы начали исходить из чего? Из того. Посмотрели, какой у него рейтинг, с кем он боксировал. Вот я сказал, что у него, судя по рейтингу, звезд никого, соперников нет. Вот что было сказано. И я и сейчас это же скажу. То есть, ну, кто знает Шафикова, ну, кроме каких-то любителей, то же самое и с Алишером. Вы посмотрите, даже все новости, связанные с Шафиковым и с Алишером, там по 3-4 отзыва, ну, в крайнем случае 10. Но это уже говорит о том, что в боксинге, в общем-то, люди, которые в боксе разбираются. Вот. И в этом проблема не боксеров, это проблема тех, кто их ведет. Но вот сейчас... В принципе, Кирилл нам сразу после поражения дал возможность закрыть эти поражения, в общем-то, два относительно легких боя. И сейчас вот мы вышли сразу же на серьезный бой в рамках СНГ, это можно сказать. Сильнее соперника не найти. Может, рановато было, может, еще надо было немножко... Подожди, сейчас об этом что говорить? Может быть, не может быть. Бой состоялся. Он прошел, Алишер, и время для подготовки у нас было, в общем-то, мы все, что задумано, сделали. Ну, были проблемы, конечно, со спарринг-партнерами, с левшами, там пытались их заменить, хоть как-то кого-то вставить в левшу. Ну, а все остальное у нас не было проблем ни с подготовкой, ни со временем к ней. Проиграли. Работа над ошибками будет проведена? Ну, сейчас надо, во-первых, определиться, чего хочет Алишер. В общем-то, в этом возрасте проиграть в таком принципиальном бою. То есть надо переговорить с промоутером. Может быть, у него уже судьба просто оппонента. То есть тут надо вообще определиться с его карьерой боксерской. Исходя из этого уже нужно двигаться дальше. В общем-то, это прослеживалось уже в его вот в последнем бою с Чехом. Такая же линия поведения. Мы вообще-то над этим боролись, пытались, в общем-то, я пытался его все-таки заставить и работать серийно, и перехватывать, что у него раньше получалось, если вы посмотрите вот предыдущие бои. Здесь вот что-то у нас в последнее время это не ладится. И все. Алишер, пару слов скажи сам. Ну, все равно спасибо за бой, потому что Денис очень серьезный соперник, непростой, технически очень вооружен. Ну, о чем, в общем-то, и говорили мы, что бой будет на встречных курсах. Так и получилось. В общем-то, что и планировали, то и получили. Другое дело, что мы оказались во всех компонентах боя хуже. Ну, спасибо за комментарии. Денис, как себя чувствуешь, во-первых? Сейчас, в принципе, все уже как бы... Нормально, уже отошло все. Ну, как сам бой оцениваешь? Новой категории, тем более. Бой, хочу сказать, что Рахимов очень хороший соперник. То есть, ну, в этом бою поставил точку. Как тебе переход, как новую категорию? В принципе, нормально, мы сами должны видеть, как. Ну, скажи, если бы так не закончился бой, ты бы дожал его? Ну, он стойкий боец, стойкий, хороший, то есть, вообще, я думаю, по очкам бы выиграл. Скажи, у тебя необычный тренер, он американец, да, ну, мексиканского происхождения. Да. А почему именно он? Ну, как бы изначально стали с ним работать, и вот и до вместе. Но он тебе что-то дает такое, что наши российские тренеры не могут дать? Ну, как можно сказать, дает? Нормально все. Все нормально. Хорошо, мы тебя поздравляем, желаем тебе побед. Спасибо. И увидеть тебя снова на ринге. Спасибо.